Есть такая задача. И, конечно, на втором курсе стыдно такую задачу не уметь решать. Но раз спросили, то придется решить. Первоначально энергия МВ с нуликом в квадрате пополам. А на какой-то высоте она будет равна МВ квадрат пополам плюс потенциальная энергия МЖ-H. H это как раз та высота. Если H это та высота, на которой у нас они будут одинаковы, то выражение примет такой вид: МВ нулевое в квадрате пополам. А здесь вместо МВ квадрат подставим, поскольку они одинаковые, МВ квадрат и МЖ-H здесь записаны, МВ квадрат и МЖ-H одинаковы по условию задачи, то мы напишем 2 МЖ-H. Ну, собственно говоря, все задачи после сокращения М получается, что H будет равно масса сократилась. Ну, та же самая дробь. В нулевое в квадрате. Теперь уже будет здесь 4. G.